Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы все еще в городе Эшвилл и хотим показать вам довольно-таки бюджетный дом для данного города. С вами я, Вера, и наш риэлтор Татьяна. Привет, Таня. Всем привет. Сейчас мы находимся в городе Флетчер. Это он находится в Хендерсон Каунти. И subdivision называется Inox Way. Этот дом, он off-frame modular. Он стоит 405 тысяч. Он находится 21 день на рынке. И его размер 1352 квадратных фита. 3 комнаты и 2 туалета. 0,71 акра. Но слушай, нам очень даже тяжело... везет с территорией. Здесь, мне кажется, очень даже тяжело увидеть вот эти 0,71 акра, потому что у них очень много зелени везде. Здесь, где вот мы запарковались и вокруг, даже посмотреть за сам дом. Зато какой лес. Да, прекрасный лес. Но у них зимний вид будет. Вот в ту сторону. Так, когда листья все выпадут, мы это увидим вот все зимний территория, да? Вид, да. Угу. А я здесь постою. Подальше от паучков. Ну, что-то можно тут придумать. Главное, что территория есть. Когда ее нет, это уже похуже проблема. А вон там более ровная. Ну, мы ее покажем, когда зайдем наверх. Смотри, какой большой порч. Но они, видимо, это пристроили после. Угу. Ну, дает грандиозный вид для дома. Да. Тут такой намек на эркер. Большие окна поставлены. И хороший вид оттуда. Я уже слышу, там будет пищать этот пожарный извещатель. Иногда спрашиваю, что это за писк. Это когда батарейки в нем заканчиваются. Надо менять. Он начинает пищать. Да. Так, порч, огонь. Да, супер. Мне тоже нравится. И смотри, у них даже есть side yard, то есть часть... как называть side yard? Как вот назвать по-русски? Я не знаю. Земля, которая принадлежит к дому, она находится на стороне дома. Вот так, наверное, если перевести. Со сломанным русским языком. Да, с одной части все-таки есть ровная земля. Да. Это хорошо. Хорошо. И заборчик пойдем от соседа. О! Подкова. Это я люблю. Все, что на эту тематику. Хорошо, пойдем внутрь. Смотреть, что же продают в Эшвилле за 405 тысяч. Помнится, мы снимали в такой ценовой категории таунхаус. Да. А тут целый дом с землей. Ну, когда вот мы заходим, у нас получается вот это наша living room. Также у нас здесь есть dining room, где можно кушать. У них какое-то произошло ЧП, видимо, с полом. Mm-hmm. И вот он вздулся. Это дает нам знать, что этот пол у нас фабрикатный или как? Ламинат. Да. Так, заодно смотри, мы можем посмотреть, из чего же состоит этот LVP. Какая-то стружка. Ну, это как DSP, очень похож. Маленькая, как бы, мини-версия DSP, но не все такие LVP. Да, кстати, да. Есть который waterproof, варианты. И он такое никогда не сделает. Я недавно, пару дней назад, легла на пол и начала рассматривать наш дом в винил. Очень хорошего качества, кстати. Он такой, как объяснить, как, ну, не пластик, но что-то такое вот. Ну, он прочный, короче. Чтобы на нем не упало, оно, ну, я просто так, знаешь, легла, начала на свет смотреть, а есть ли какие-то царапины? Нету. Супер. Очень даже хорошо. Мне нравится такая лампочка. Она более модерновая. Прекрасно сюда поставить стол. Будет даже очень симпатично. Пойдем посмотрим кухню и развернемся. Посмотрим остаток всего дома. Такая интересная планировка, что кухня, она так переходит и в зал тоже. Да. Давай покажем, может, зал? Зал, да. Камин. Давай. Угу. Этот камин древесный. О. Мы научились. Мы научились. Вы нас научили. Так, где у нас свет для него? Хороший. Слушай, ну почему такая невысокая цена? Район-то хороший, еще и горы видно. Потому что это Флетчер, и в основном дома продаются здесь. Ну, такого размера, примерно за такую цену. Значит, опять же, зависит от сабдивижена. Тоже. Нет HOA? Есть HOA, $300 в год. То есть, если люди хотят и ищут недвижимости в городе Эшвилл, то им нужно присматривать район Флетчер.
Да, он очень он даже неплохой, но тоже недорогой. Много людей. Нет, дорогой и недорогой, зависит от района, опять же, от локации. Этот дом, можно сказать, что он довольно-таки по-бюджетному для Флетчера. Угу. Хорошо, какой район такой самый будет дорогой? Бюджетно? Не, бюджетно. Вот если бюджетный. Люди хотят бюджетно переехать в Эшвилл. Тогда покупайте Single White за 49 900 и найдем вам землю. Нет, ну хотелось бы дом в Эшвилле. Тяжело найти что-то такое дельное. Ну, наверное, иногда. Вот 405 – это вот оптимально, на что можно рассчитывать. Да, ну если, допустим, новый такой бы поставили, его поставили бы за 425 до 450. Угу. Ну, я удивлена. Дом хороший, цена низкая. Да, земля неплохо. Большая, ремонт хороший. Угу. Ну, там надо чуть-чуть это поменять пол. Да. Хорошо. Мне нравится. Сюда елочку можно поставить. Или они, может быть, у них здесь был телевизор. Угу. Так, смотри. Там, где внизу ты показывала вид, теперь можно посмотреть его сверху. У него даже вот есть вид. Да давай пойдем дом покажем, потом уже в конце мы пойдем на эту Хорошо. Территорию. Ну вот отсюда видно Ой, даже горы. Вид. Хорошо. Так, тут у нас комнатка, да? Это у нас мастер-бедрум. Сразу. Очень просторная. Заметь, что везде высокие потолки. Угу. И также у них есть, как называют, не карниз, а молдинг. Наверху и внизу. Сам по себе дом, он 2006 года. То есть не такой уж и новый. Здесь у нас большой клазет, и он туда продвигается за стенку. Слушай, это на Мобил Хоум похоже. Очень, смотри, очень. Смотри, вот эти вот полоски. Да. Они как будто бы его переделали. Да, модулярные дома иногда, когда они бюджетные, они приходят вот с этими полосками. Это модулярный, это да? Модулярный. Смотри, помнишь? Я сама себя испугалась. Я вот так вот думаю, что стоит справа. Придется запикать. Да. Вот это показывается тебе как бы штамп того, что это был построен по стандартам модулярного дома. Вот здесь они тебе расписывают разного плана. Допустим, когда вот в каком году они сделали, что здесь тоже какого плана у тебя water heater. То есть водяной обогреватель, его название, модель и далее тому подобное. Вот почему цена невысокая. Но это только в клазетах. Это они как бы экономят деньги, и поэтому они только делают это в клазетах. Что? Вот эти вот реечки, которые тебе не понравились. А сам по себе дом, посмотри, у него нету нигде реечек. А, я думала, уже владельцы переделали что-то. Может быть, переделали, но не выглядит, что... Было сделано так. Ну да, дом как дом. И здесь у нас туалет. Тоже стандартный для 2006 года. Не знаю, что такое у нас интересно. Это, наверное, пластик. Да, я тоже. Да, это такое пластика. Очень глубокий. Там, смотри. Я влезу, я буду счастлива в таком. Интересное что-то. Угу. Придумали окошко. Да. Шкафчики, опять же, оригинал. Также и наши умывальники тоже оригинал. Здесь у нас есть кладовая. Угу. Так, продолжаем смотреть. Не напугайся. Я думала, там стоит. Нас двое тут. Как меня легко напугать. Я как ужас. Говори. Сама своей тени испугалась. Угу. Так, это кухня. Ну, что хочу сказать. Кухню они точно сделали более по нашим стандартам, которые сейчас. Угу. Смотри, доводчики есть. Если ты посмотришь... Это точно мобильный дом. Смотри на потолок. Да, да. Угу. Вот он тут разъединяется. Да. Ах, вот оно что. Посерединке. У них, может быть, раньше здесь была какая-то такая балка большая, они ее убрали и зачистили потолок. А тут нету ничего. Заделали. Ну ладно. Кофезона у нас здесь. Да?
Мне нравится сам контраст backsplash и камня столешниц. Очень симпатично. Потрогай текстуру. Мне такая текстура, кстати, нравится больше, чем глянцевая. Да, мы такое видели в самом первом видео. Мы снимали квартиру, помнишь? Угу. Я помню. Угу. Переходим на кухню. У нас совершенно другого цвета пол. Но, опять же, тот же ламинат выглядит. Как я просто, я одной волосинкой зацепилась, я могла так удариться сейчас. Я только волосинкой прошлась. О, вау. Идеального размера, значит, вот повесили как надо. Вот, для высоких людей. Так, здесь вытяжки нету. Похоже, что она только через микроволновку. Хотя нет, смотри, вон, да, видишь, там вот такая, здесь. Видишь, труба вот. Вижу, ну смотри, если сейчас я включу. Неважно, смотри, есть, есть. А-а-а, ну может быть, там выходит, это супер. Потому что вот здесь чувствуется, что вылетает воздух. А подожди, так, а как она? Она должна отсюда, вот тут вот, и вот здесь, вот, знаете, вот двух шоточек забирать. И типично она гоняет ее вот так сюда, через верх, и выплевывает. Класс. А как включить вытяжку? Вот. Непонятно. Ну, я не знаю, подключена ли это. Она есть, но нет. Непонятно, потому что вытягивает... Может, она там где-то вытягивает? Не знаю. Может быть, но вот смотри, вот здесь почему-то воздух все равно выходит. Угу. Так что неизвестно, ну, что-то где там она. Можно придумать. Главное, она есть, как-то ее там подключить можно. Да. Тоже, наверное, оригинал. Холодильник оригинал. Я таких уже не вижу особо. Угу, только да, в старых домах. Старый. Так, тут нас встретили как? Давай будем смотреть, как нас встречают. С водой. Клиенты. И клиенты, с пивом. Владельцы с пивом. Но это мы воздержимся. Тут только вода. Как мы уже рассказывали в одном из видео, иногда... Те, кто продают дом, оставляют какие-то снеки или воду. Здесь нам ничего не оставили. Да. Здесь у нас еще одна пентри. Видишь, такого же плана реечки. Окей. Кухни нет, вопросов, все идеально, все отлично. Да, кухня супер. Вытяжку подключите. Большая, большой синк, раковина. Угу. Здесь окошко на бэк-ярд или это фронт-ярд. Это у нас наперед выходит. Угу. Здесь у нас stainless steel, то есть они, наверное, ломалась, они покупали. Я люблю проверять, если она железная, вот эта часть, иногда пластиковая. Если железная, то хорошая. Супер. Ну, здесь можно использовать вот это место, как твое, тоже поставить маленький столик и кушать здесь, или можно использовать как офис, большие подоконники. Что-то можно поставить, да. Так, да. Тут есть еще один вход, значит, сразу на кухню. Да, как раз где мы с тобой запарковались, туда выход с кухни. Что мне тут не нравится, это, смотри, разный пол, оно как-то не смотрится. Надо уже было один делать какой-то. Так, мне тоже это не нравится. Наверное, всякие Здесь хитер, наверное, находится. Да. Он. Да, система хитера и охлаждения. Вот это затянуло. Надо прятать куда-то в какие-то помещения, потому что дети могут залезть. А здесь лаундри у нас получается. За дверки ставишь сушилку, стиралку. Угу. Знаешь, как многие прячут? И я в том же числе. У меня вообще-то картина такого размера. Да, я когда в Майами жила, у меня в студии тоже. Я закрывала картины. Хорошо, точечные светильники сделали. Они его так, знаешь... Осовременили. Да. Видно. Хороший ремонт сделали. Но это мобил хоум. Но они сделали ремонт частично. Смотри, туалет не было ремонта. Mm-hmm. У них получается кухня, да, она более такая модерновая. Здесь у нас второй туалет. Тоже оригинал с 2006 года. Высокие потолки. Это очень плюс. Тут идут две комнаты. Это одна из маленьких комнат. Угу. Ну вот были в мобил-хоумах, и там, да, примерно такого размера были комнатки, я помню, квадратные. Угу.
Но эффект другой. Ты помнишь, потолки были ниже, и ты чувствуешь себя, как будто на тебя давит. Здесь нет такого. Тут у тебя очень много пространства. Нет, дом отличный, жилой, знаешь. Жилой, да, жилой. Да. Для людей, кто ищет как первый дом, это будет супер. Да, езжай, живи, может, там только пол почини. Так все чистенько, все хорошо. Здесь получается attic access, то есть, чтобы попасть под крышу. Здесь нужно будет залезать. Это у нас шкаф. Вот здесь, видимо, у нас водяной хитер за ней находится. Или мы видели где-то водяной хитер? Так, гараж. Давай подумаем. Есть гараж? Нету гаража. Вот почему цена. Все. Мы разобрались. Гараж всегда делает плюс. Мы провели расследование этого дома. Все минусы выявлены, все плюсы тоже. Поэтому этот канал и существует. Есть плюсы и минусы. И вот у нас вторая комната. У этой комнаты выход с видом на горы. Я бы поменяла их всех, вот эти вот плафоны, и цвет поменяла бы, потому что почему-то темно в доме чувствуется. Ты не чувствуешь, что темно? Да. Тут можно и точечные светильники сделать. Да. Что угодно. Тоже маленький шкафчик, гардероб. Ты видишь, они в этом тоже повесили такую же manufacturer data plate. Почему? Может быть, если тот поменяется и избавится, этот хоть останется. Что ты продаешь? Какой-то. Да, это Norris Homes, это компания, которая продавала их. Окей, значит, мы все показали, осталось у нас только дойти до подвала. Там надо ключ взять. А, подвал есть еще? Ну, подвал, там crawl space. Тут вообще-то нету подвала. Так, выходим. Ну, вид просто. Смотри, тоже большая терраса здесь. Большая веранда или porch, patio. Ну, в Южной Каролине вы такого не увидите, конечно. Хотя, о чем я говорю? У меня же из дома видно горы. Видно горы, поле. Ну, нам повезло, я не знаю, мы много лет искали этот дом. Да. Выходишь, у нас сразу такой вид и горы. Вот эти. Да, но мы так живем возле смотреть. Северной Каролины. Да. Вы недалеко. Так что нам нужно спуститься. Пойдем спустимся, посмотрим. Заодно взглянем на нашу травку прекрасную, которая растет у нас сбоку этого дома. О, ставни. Как они сразу вот росты добавляют. Синенькие еще. Так, тут есть лестница. Мы покажем еще эту территорию ровную. Смотри, как классно выглядит. Угу. Вообще супер. Прям... Сюда можно сделать пикник какой-то, знаешь. Такая трава, прям вот ее съесть хочется. Не говори. Какой? Нужно полежать, обняться с ней. Что за дикари? Ты моя хорошая. Откуда мы? Приехали, что нам хочется с травой обниматься. Нет, ну слушай, разница есть, смотри. Тут такая мелкая трава, вот если посмотреть туда, она там крупная и редкая, а это не редкая. Ой, тут смотри, такой закуточек есть. Да. Можно что-то тут придумать. А там другой сосед находится. Мне нравится вот такой, когда тенек даже, знаешь, это какой-то как Enchanted Forest. Лес такой сказочный или что-то в нем такое есть. Угу. А вот эти вот цветы называются Mountain Laurel. А как это перевести? Mountain Laurel? Mountain это как бы гористая, Laurel, я не знаю, что это. Как большие эти ландыши. Надо понюхать их. Я подарю вам ландыши. Запаха нет. Не слышала еще эту песню. Весь ТикТок хремит. Да. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташки. И букашки? Что? Тебе только букашки слышат. И айгульки, и Наташки. А, айгульки. Айгульки, айгули, ты имя. Айгульки, а. И букашки. И букашки. Я подарю вам ромашки и букашки. И ландыши туда же. У нас своя песня, ясно. Слушай, а тут букашек хватает. Мы сейчас с тобой пойдем, будем от пауков отмахиваться. Главное, нет клещей. Пауков я выдержу. Это экстра белок. Так. Что там? Не знаю, но я заходить не хочу. Короче, есть такое место, куда можно вон ложить всякие тележечки, грабли, газонокосилки. А вот и грабли.
Угу. Про инсулирование. Все проинсулировано, видишь? Угу. Ой, я еще вот этот куточек тут не снимала. О, тут куда-то дорога идет. Ну, окей. Вот тут хорошо проходит система вот эта дождя. Дренажа. Дренажа. Да, лес, правильно. Смотри, какая большая сосна. Отсюда снизу выглядит. И это, и вон та. Да вообще тут лес потрясающий. Угу. Можно купить этот дом только из-за леса, из-за территории. Потом уже с домом что-то придумаете. Такое, это был туалет, кстати. Да, это наш туалет. И здесь вот мы выходим как раз с кухни. Угу. И мы вернулись сюда, на фронт-ярд. Так, а вот тут у нас будет вода скапливаться? А, я думаю, что здесь у них сделан дренаж. Типично, когда они так делают, вот тут вот где-то должна быть такая сетка поставлена, и она должна выходить куда-то с другой стороны. Угу. То есть туда надо взглянуть. Горький опыт заставил меня обращать внимание на такие вещи. Вот, уже дренаж. Ух ты, какой она пустой. Вот куда выходит. Смотри. Угу. Есть. Зафиксировано. Хорошо. Так, этот дом мы тоже однозначно берем. Дом супер. Территория супер. И по цене тоже неплохой. Да. Для нашего маркета и для нашего района. О, да. И, кстати, мы не так далеко от города, да? Нет. Так что звоните Татьяне, пишите. Она покажет вам, расскажет все районы. И скоро мы займемся ее каналом. И там будем рассказывать вообще про все. Не только про дома, а про все районы и все остальное. Может быть. Вот. Хорошо. Оставляю контакты Татьяны под видео. Обращайтесь. А мы поехали снимать следующий дом. Пишите ваши комментарии. Всем пока. Всем пока.